Здравствуйте, меня зовут Хугаева Агата, мне 19 лет. Я учусь в Северо-Остинском государственном университете на факультете искусств, кафедры актерского мастерства. Музыкой я начала заниматься с детства, но только для себя, и об этом знали только узкий круг друзей и родственники. А потом, когда я поняла, что хочу заниматься этим более профессионально, я думала, куда бы поступить, может быть, или как-то частные уроки какие-то. Но мой выбор пал на факультет искусств, так как там не только вокал, там еще и танец, ну, в общем, разные отрасли искусства. О проекте я узнала от друга, который участвует тоже в этом проекте, и он, придя сюда, решил мне тоже посоветовать поучаствовать здесь. Я отправила вам видео и прошла, и вот я здесь. Как говорят наши преподаватели, я хочу быть синтетическим артистом, то бишь универсальным. И так, так во все стороны. В музыке я больше люблю фолк и народное что-то, но при этом я пою то, что нравится в первую очередь. Сегодня я вам исполню монолог «Реквием». Я участвую в проекте X-Remix на канале Медиа 15. Уж сколько их упало в эту бездну, разверстую вдали. Настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли. Застынет все, что пело и боролось. Thank you.
Просьбой.